Пейте воду на голодный желудок. Сегодня очень популярно в Японии пить воду сразу после пробуждения каждое утро. Более того, научные тесты подтвердили эту процедуру. Ниже прилагается инструкция по этому методу. Методика вылечивает со 100% гарантией следующие заболевания. Головная боль, ломота в суставах, болезни сердца, артрит, учащенное сердцебиение, эпилепсия, ожирение, бронхиальная астма, менингит, заболевания почек, рвота, гастрит, диарея, геморрой, диабет, запоры, заболевания глаз, болезни матки, рак и болезни уха, горла, носа. Метод лечения. Первое. Утром после пробуждения выпей 3 стакана воды по 160 мл. Второе. Почистить зубы, но не есть и не пить в течение 45 минут. Третье. Через 45 минут можно завтракать в обычном порядке. Четвертое. После завтрака, обеда и ужина ничего не пить и не есть в течение 2 часов. Пятое. Пожилых и больных людей, кто не может за раз выпить 3 стакана воды, можно начать с меньшей дозы и постепенно наращивать до рекомендуемого количества. Шестое. Приложенный далее список дает рекомендуемое количество дней для основных заболеваний. Высокое давление – 30 дней, гастрит – 10 дней, диабет – 30 дней, запоры – 10 дней, рак – 180 дней. Больные артритом должны следовать данной методике 3 дня в первую неделю, а начиная со второй каждый день. Данная методика не имеет побочных эффектов, однако в начале лечения количество мочеиспусканий может увеличиться. Будет лучше, если вы будете продолжать эту процедуру и после лечения, и сделаете ее нормой жизни. Пейте воду и оставайтесь здоровыми и активными. Важная деталь. Китайцы и японцы пьют горячий чай во время еды, а не холодную воду. Настало время перенять у них эту привычку.